В этот час пусть светлеет. А вот я вижу с красным шариком. Нет, прямо, я поняла она. Нет, священной войны. Сюда. 27 миллионов погибших. В эти светлые пасхальные дни мы совершаем празднование Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы выражаем глубокую признательность и уважение тем ветеранам и труженикам тыла, которые еще рядом с нами, и молимся об упокоении душ тех, кого уже нет. Даже сквозь время остаются такими же сильными, как и в те далекие сороковые. Военные плакаты. Они как солдаты. Как бойцы под праздничные залпы салютующих орудий и радостное ликование народа встретили долгожданную победу. Отечественной войне объявляется закрытой. С праздником! С Днем Победы! Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Богат не ведет через войну. Отцом в нем исхоженные полы. Если мил тебе бедный сад с майским цветом, с жужжанием пчел и под липой 100 лет назад в землю вкопанный дедом стол, если ты не хочешь, чтоб пол в твоем доме фашист топтал, чтоб он сел за дедовский стол. Когда на битву грозную парнишка уходил, он ночью темной ей сердце предложил. В ответ девчина гордая шутила: видно с ним, когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Сидит за баранкой машины девчонка, только не знает она, что
что будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди. Яблони и груши поплыли. Thank you.
нужно обзывать с победой, танцевать вместе с нашими детьми. Вальс победы, обзывать бы все сейчас. Только память не пускает, не пускает. Пусть дыханием ветерка вальс плывет, весенний звон от прощального гудка до ликующих перронов. Снова память закружит на асфальте небогатом тех, кто выжил и дожил, кто остался в 45-м. Вальс победы, вальс победы, светлый вальс. Торжественное открытие 76-й легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Новый день». Победы. Это праздник всенародной гордости за подвиг наших солдат и за победу над немецко-фашистскими захватчиками. День Победы 9 мая – праздник мира в стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся в семьи с войны. Дорогие друзья, сегодня на наш праздник прибыл гость, наш земляк, российский биатлонист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион России, многократный призер этапов Кубка мира Евгений Караничев. Здравствуйте, дорогие участники, жители Нытвы, Нытвинского района. Мне очень приятно сегодня находиться здесь, смотреть, как очередная, можно сказать, традиционная легкоатлетическая эстафета проводится у вас. Я когда-то здесь участвовал также. Это было волнительно, как и здесь сейчас стоять и говорить. Но я думаю, действительно, она, наверное, посвящена тем воинам, которые отдали свои жизни на Великой Отечественной войне. И, наверное, это память тем бойцам, которые остались там и которые сейчас ветераны, все еще, можно сказать, находятся с нами. Thank you.